Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня суббота, и по традиции у нас сегодня транспондерные новости. Итак, первая новость со спутника Туркмен Алем, Монако Сад, 52 градус. На частоте 10887H появился канал TMT Music. Но на второй день он и ушел с этой частоты. Еще одна новость — это спутник Этелсат 36 градус. На частоте 11977R появился Baby Town. Он идет кодированный. Дальше из спутника Этелсат 36 градус ушел канал Удмуртия с частоты 12303L. На спутнике Этелсат 9 градус на частоте 12303V появился канал Солнце UA. Он идет открыто. Это каналы T2MA. Также Солнце UA можно найти в эфирном цифровом телевидении T2. Можно пересканировать T2 частоты, и на 20-й кнопочке можно найти канал Солнце UA. И со временем в T2 эфире также появится канал Малятко TV. Так что ищите, пересканируйте свои эфирные T2 приемники и тоже найдете эти каналы. Так, поехали дальше. Ну, дальше появились каналы на 80 градусе. Такие, вот видите, какие пописаны. Некоторые ушли, некоторые поменялись. Это неинтересно, каналы кодированные, да их никто не смотрит. Дальше, 49 градус. Появился канал T2MA на частоте 3803. ГТРК Самара, он открыто идет. На 56 градусе появились кодированные каналы Scrime и TRV Midji. Ну и эти новости были на прошлой неделе. Новостей так не очень уж много. Такая самая интересная новость — это о канале Солнце. Так что есть он и на спутнике на 9 градусе появился в T2MA и в T2 частотах. Вот такие у нас на данный момент новости. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!